видео нормальное на сайте. Я буду ссылки на тебя бросать. Да зачем на меня-то ссылки бросать? Здесь как бы, нет, можно, я сам могу их класть. На твои ютубовские. Да я их сам, да, могу тебе выкладывать туда, с удовольствием. Нет, так чтобы это можно было на сайте прям нажал кнопочку на наш. Да, да, и... я понимаю, да. Потому что иногда получаются приятные работы какие-то. Вот сейчас вот ты очень хороший, красивый выйдешь в результате. Правда, Литинститут, стоишь ты. Да, конечно. А ты... Люк, ну, я, тобой... так и не научился жить. Ну и я тоже. Ты тоже не закончил, да? Я все думаю, но потом поздно. До сих пор еще ты думаешь, я все уже, я за это. Да ну, каждый год думаю, сейчас вот за два года сразу заплачу экстерном, сдам, блин, ну, как, да, голубничий. И каждый год все, чего-то у меня откладывается, то денег не хватает, то дел до хрена. Ну да. Ну, все, да, не до того. Да, может, когда-нибудь отреставрируют домишко наш. Да. Главное, вольер для критиков остался. Вольер для критиков. Вот это вот. Ну да, да. Когда поступил, 1 сентября здесь бумажку прилепил. Вольер для критиков. Ее, правда, через 2 часа сняли. Ну какой-то не висело.